Всем привет! Рад видеть вас на своем канале. В этом видео я хочу рассказать о том, как ухаживать за ножами ледобура. Чтобы ледобур хорошо бурил, нужно постоянно следить за остротой ножей. Вот эти ножи, которые стоят на моем ледобуре, это еще до сих пор стоят родные ножи. Уже вот ледобуру 6 лет есть, и 6 лет стоят эти ножи. Я даже до сих пор не купил себе запасные, потому что меня полностью устраивают эти родные ножи. Я не дожидаюсь того, что ножи сильно затупятся и уже не будут бурить. Я примерно раз через 3 рыбалки снимаю их и правлю. Сейчас я покажу, как я это делаю. Но сперва-наперво нам нужно открутить ножи. Вот. Если, например, у нас стоят такие болты, берем крестовую отвертку и откручиваем. Бывает так, что открутить болты прикипели и открутить их очень трудно. Тогда вот такой способ выручает. Ставим отвертку и аккуратно молоточком несколько раз постукиваем, и после этого обычно ножи, вернее винты, хорошо откручиваются. Еще вас убедительно призываю соблюдать меры безопасности, потому что ножи очень острые, и при откручивании можно очень хорошо порезать руки. Я вот делаю вот так. Вот, полотенчика накидываю, вот. И чтобы рука у меня не соскользнула, не дай бог, вот так откручиваю ножи. Вот. Режущую часть я закрываю и откручиваю. Берегите руки, можно очень сильно порезаться. Лично сам уже несколько раз резался, поэтому стал к этому относиться более внимательно. Ну ладно, откручиваем ножи. Так, как я точу ножи? У меня есть вот такое нехитрое приспособление. То есть это не брусок, это кусок ровной фанеры, на которую наклеена наждачка. С одной стороны чуть крупнее. Здесь вот эта наждачка, она почти как налевочка. Вот. Значит, берем нож. Нож. Здесь ничего страшного нету, сложного. Здесь самое главное, не завалите вот эту плоскость. Вот. Поэтому мы ставим нож, ну, как я делаю. Так, чтобы видно было, чтобы... Ставлю нож ровно на плоскость, прижимаю пальцем и... Вот такими движениями начинаю его точить. Я говорю, сложного ничего нет. Вот, самое главное, не завалить плоскость. Вот эту сторону вообще легко точить. Немного сложность вызывает вот это. Но опять же, нужно набить руку, и как бы все получится. Вот. Также вот здесь ставлю. И вот такими движениями. Вот. Точу нож. Я его даже не точу, а чуть-чуть правлю, потому что он... Они у меня все время острые. Вот. Но если где-то поймали, например, песок или что, нужно подольше поточить. Можно намочить мыльной водой. Тогда будет еще лучше точиться. Ну, вот таким образом я поточу ножи. Поточил так. Поставил так на эту плоскость. Никуда не торопимся, никуда не спешим. Аккуратно. После этого я всегда переворачиваю нож, ложу полностью плоскостью вот так и совершаю вот такие движения. Вот.
Ну, это как бы у меня наждачка здесь, она более крупная. Так как ножи у меня острые, я их просто правлю. Правлю я вот здесь на этой, на более мелкой наждачке. И все. Вот такими нехитрыми движениями можно всегда править ножи. И они у вас всегда будут острые, как бритва. Еще хочу показать один момент. Вот, например, я не знаю, будет видно или нет сейчас. Нет, не может сфокусироваться. Но вот тут может быть видно, что кончики у меня, они чуть-чуть обломаны. Так вот, никому не верьте, что с обломанными кончиками бур будет плохо бурить. У меня бур бурит великолепно. Даже вот с этими чуть-чуть обломанными кончиками. Вот. Ну, то есть, понятно, да? Можно просто использовать наждачку. На ровную поверхность положили и поправили. И всегда ваши ножи будут острые и не будут доставлять вам проблем на рыбалке. Потому что на рыбалке нужно получать удовольствие от ловли. И неприятно, когда приезжаешь на рыбалку, а у тебя не бурит бур. Вот. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотел сказать. Спасибо всем за внимание. Если кому-то это видео пригодится, буду очень рад. Пока, до новых встреч.